Сегодня мы готовим летний салат из сельдерея. Нам понадобится черешковый сельдерей, 4 палочки, пол чашки творога, грецкие орехи, которые мы смелим в ступке, ложка сметаны и ложка майонеза. Тщательно приготовим все ингредиенты, порежем сельдерей. Грецкий орех придает этому блюду некоторую пикантность. Сельдерей, естественно, свежесть. Ну, а основа в виде абсолютно обезжиренного творога полезна абсолютно всем. Легкий и низкокалорийный салат вам очень понравится. Он будет выглядеть в готовом виде вот так. Мы его украсили морковкой. Зайчики любят свежую капусту. Зайчики любят морковь. А те, кто следит за своим весом, любят свежие легкие салаты. Вкушайте и наслаждайтесь. Подробности на сайте exotix9.ru.